его жертвы – молодые женщины. Нападение на девушку в Крапиволуа. Стрелок из Пон-Сен-Максанс. Он держит в страхе весь город. Ее нет в нашем списке. Он с легкостью избегает все ловушки и упивается собственной безнаказанностью. Я убийца, и пока я жив, буду убивать. Криминальная драма «В следующий раз я буду стрелять в сердце». Смотрите на телеканале «Новый век».